Итак, всем привет, меня зовут Пестряков Иван, являюсь руководителем лаборатории интернет-маркетинга, а также проекта Amazon Миллион. А сегодня я вам хотел бы рассказать о такой программе, как Jump Send. Она помогает тем продавцам, те, кто занимается продажей на Amazon, делать рассылки. То есть первое, как только человек у вас покупает товар, ему сразу приходит рассылка о том, что спасибо, что сделали заказ. Вы можете проверить статус вашего заказа по такой-то ссылке. Второе, также этот рассылщик делает второе письмо, это как только человек получает заказ и, соответственно, ему отправляется письмо, оставить отзыв о вас как о продавце. Ну и третье, соответственно, уже оставить отзыв о самом продукте. Но еще важный момент, что вы можете использовать внутреннюю почтовую систему Amazon для того, чтобы получать отзывы. Я покажу, как ребята из другой компании это очень довольно-таки успешно делают, потому что я заказал VR-очки виртуальной реальности, и, соответственно, они мне делают рассылку, и это очень интересный кейс, который в дальнейшем буду также использовать. Так что смотрим. Итак, мы заходим на JumpSend, jumpsend.com, так пишется сам домен. Это программа для рассылки вашей почты для всех клиентов. Здесь подробнее о прайсе. То есть у меня прайс самый нижний, это $29. Здесь можно рассылать только до 3 продуктов. Дальше идет 59, дальше идет 25 продуктов и, соответственно, 100 продуктов $199. Вот такие цены. Теперь данный сервис дает возможность попробовать, если не ошибаюсь, одну неделю эту программу бесплатно. Итак, мы заходим в саму программу. Теперь параллельно, пока грузится наша программа, я хочу вам показать пример e-mail рассылки. Пример e-mail рассылки от другой компании, что мне очень понравилось. VR. Вот. Смотрите, они первые мне прислали, соответственно, это я оставил отзыв. Мне очки не очень понравились, я буду их возвращать. Но мне понравился сам их подход именно к раздаче ревью. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Вот. Tromsø компания называется. И что они делают? Они просто берут и пишут в самом функциональной части Амазона письмо. И пишут примерно следующее, что вот у нас есть Facebook страница, и перейди по ней и посмотри все. Соответственно, вы переходите и здесь смотрите, что вам нужно. И подписывайтесь. Это первый момент. Второй момент, они сразу после того, как я заказал, они мне такое письмо направили, что «Привет, Иван», там бла-бла-бла, и отправили user guide. Как пользоваться? Вот здесь полностью написано, как пользоваться данными очками. Но большая проблема заключается в том, что я не могу подключить эти очки пока я не разобрался. Если не разберусь, то я их отдам. Но попробую все-таки решить с Custom Service, как пользоваться именно очками-то я понял, как пользоваться, а как пользоваться самим именно джойстиком. Ну ладно, это мы оставим. Просто я хотел вам показать, как люди используют стандартный функционал Amazon для того, чтобы делать рассылку. Вот вы можете такую форму сделать, и написано, что кто станет нашим последователем нашей сети, тот получит электронную гифт-карту на $5. Вот так вот. То есть вы можете такой же использовать метод. Если они это делают, в принципе, это позволительно. Итак, теперь продолжаем наш рассказ о JumpSend. Переходим,
И первое, что мы видим. Во-первых, здесь вы можете создать list your product, то есть вы можете сделать полностью листинг вашего продукта для промоушена, для рекламы. Потом сделать акцию с дискаунтом для того, чтобы если вы увидели, что вам приходит там сообщение, что вы можете купить там 2-3 раза дешевле, допустим, продукцию и фактически оставить за отзыв. И только ваши пользователи, то есть все опробленные, то есть подтвержденные покупатели, они, соответственно, могут покупать через эту рекламную сеть ваши продукты. Вот. Но я не совсем сторонник использовать такую раздачу. Лучше вы работаете, находите своих постоянных покупателей, но не продавайте со скидками, потому что такие отзывы банят. Я уже до этого писал вам статью про то, как нужно зарабатывать отзывы. Я не совсем вижу смысл именно так раздавать продукцию со скидкой, чтобы ее покупали, потом оставляли отзыв, потому что рано или поздно этот отзыв просто удалят. Теперь мы заходим в My Email Campaign и нажимаем Add New Campaign. Здесь вы можете выбрать любой шаблон. То есть всего данная программа предлагает три шаблона или кастомный шаблон, то есть ваш индивидуальный шаблон, по которому вы можете создать и рассылать. Я использую вот этот шаблон. Сейчас я вам покажу. Он довольно-таки стандартный. Я думаю, что каждый из вас, кто делал покупку на Amazon, такое получал. То здесь примерно идет привет, ваше имя, потом спасибо, что сделали заказ, название продукта, а также ссылка на сам продукт. Второе письмо вы можете, соответственно, выбрать, когда вы будете рассылать, но об этом чуть подробней дальше. Потом, первый запрос на ревью. Вы отправляете именно на ревью для селлера, селлер feedback link. И они, соответственно, оставляют этот отзыв. Также здесь вшито сразу автоматически и product review link. То есть вы можете, они могут и оставить и на продукт сразу отзыв. И третье, опять же, напоминание о том, что нужно оставить ссылку, то есть отзыв на ваш продукт. И здесь идет ссылочка. Вот. Вы все это можете в тестовом варианте переслать себе, нажать на send test, либо сделать превью. Вот таким образом выглядит примерно. Таким образом выглядит примерно именно ваш товар. Теперь, как мы эту всю историю настраиваем? Первый момент. Мы должны выбрать наш товар. У меня всего два товара. Мы нажимаем, допустим, Battle Multi Opener. Это мой новый товар. Так, теперь идем в нашу компанию. Мы ее редактируем, что наша компания, допустим, называется Battle Opener. Теперь для того, чтобы выбрать время, мы выбираем, сколько дней нужно посылать данную рассылку. 1 день, 2 дня, 3 дня, 4 дня, 5 дней и так далее. Я не советую вам часто посылать данные рассылки, потому что людей это просто будет раздражать. Здесь по умолчанию стоит, что как только заказ подтвержден, то сразу высылается данное сообщение. Но вы можете это поменять. Допустим, вы можете thank you уже переслать после того, как заказ доставлен. Или когда то есть отправлен, и, соответственно, когда уже товар ваш доставлен. То здесь все довольно-таки очень просто. Теперь я выбрал данный товар. Вот мой товар. И мы смотрим, как у нас выглядит с моим товаром именно последнее, допустим, письмо. Вот таким образом выглядит эта вся история. То есть вот моя фотография моего товара. Только почему-то старая фотография подгрузилась, но неважно. Вот.
Так выглядит третье письмо. Таким образом выглядит второе письмо. Вы всю эту историю настраиваете. Здесь довольно-таки простой интерфейс. Если нужно, вы можете дополнительно сделать ссылки на какие-то еще дополнительные страницы, допустим, если у вас есть там на Facebook страницу и так далее. Вот все, в принципе, здесь понятно. И данный сервис полностью подключается к вашему Amazon аккаунту. То есть теперь мы, как нам посмотреть именно какие сообщения кому были разосланы. Для этого мы заходим в My Email Campaign и View Stats. Здесь вы полностью видите статистику по рассылке. Вот по электронной моей картографке было всего там порядка 700 писем разослано. Теперь смотрим. Вот здесь мы смотрим, кому что было разослано. Вот сразу видно, да, что фотография, соответственно, leaf review и так далее. То есть вот все имена тем людям, которым мы разослали данное сообщение. И, соответственно, вот также все thank you for order, это тоже можно просмотреть. Все это сохраняется в данном разделе. То есть, если вы хотите пользоваться данной программой, то $29 вам хватит вполне для того, чтобы вы занимались там до 3 товаров. Если будет у вас 5 товаров, то вы должны заплатить, соответственно, $59. В принципе, программа максимально простая. Она позволяет делать автоматизированные рассылки для того, чтобы вы получали отзывы. По моему вот сейчас опыту могу сказать, что после того, как заработала рассылка, у меня стали появляться отзывы активно. Но отзывы стали появляться больше негативные, чем позитивные. Хотя есть и позитивные отзывы. Людям нравится мой товар. Вы этого не бойтесь. Если у вас товар хороший, то люди, получив такое сообщение, они обязательно оставят хороший очень фидбэк, то есть отзыв о вашем товаре. Так что пользуйтесь программой JumpSend, и очень хорошее решение. Итак, я очень надеюсь, что вам видео понравилось. Если видео понравилось, ставьте лайк. Если видео не понравилось, ставьте дизлайк. А также не забывайте подписываться на мой канал. Ссылки под описанием к данному видео. Также там есть и мои страницы официальные на ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. И также ссылки на мои проекты Amazon на миллион и проект лаборатории интернет-маркетинга. Очень извиняюсь за то, что неделю не делал выпуски. Сейчас была подготовка, ищу третий товар и четвертый товар. Сделаю видео по тому, как анализировать нишу, следующее видео. Потом сделаю видео, как искать товар и так далее. Думаю, что вам будет интересно. Так что следите за моим YouTube-каналом. И ждите следующих выпусков. Всего доброго, до свидания.